Сейчас на последнем попрактикуемся, ну-ка посмотрим. The film we saw was very good. You? The film we saw was very good. Translate. Фильм, который мы увидели, был очень хорошим. Ну вот. Который мы увидели, был очень хороший. Где главное предложение? Well, the film was very good. Nice. Замечательное, цельное предложение, имеющее смысл. И в этом главном предложении где подлежащее? The film. Сказуемое. Was very good. Nice. Was very good. А где придаточное предложение? We saw. We saw. Имеет смысл это предложение? Нет. Нет. Оно как бы дополняет, поэтому называется предложение, которое не главное, а дополнительное предложение, зависимое предложение. И в этом зависимом предложении где подлежащее? We. We. Где сказуемое? So. Замечательно. Оно не имеет самостоятельного смысла. Но, и опять же, оно называется, repeat, relative clause. Relative clause. Relative – это определительное придаточное, потому что есть дополнительные обстоятельственные, дополнительные. Их много придаточных предложений разных. А это определительное. Почему определительное? На какой вопрос это придаточное предложение отвечает? Какой? Да, какая? Какой? Ну, в данном случае какой, правильно? Ну, да. Фильм какой? Очень интересно было. Ну и последнее, очень интересно было. Это 102. Очень сложно, очень сложно. 102B. 102B. Eve is talking to a man. Do you know the man Eve is talking to? We stayed... Ну, здесь что-то такое очень навороченное. Давай читать, разбираться. Eve is talking to a man. Good. Do you know the man Eve is talking to? Ого. Translate. Ева разговаривает с мужчиной. Mm-hmm. Good. Ты знаешь мужчину, с которым разговаривает Ева? Окей. Итак, do you know the man? Это главное. Eve is talking to. А человек какой, с которым разговаривает Ив? Ну, здесь единственное, что the man is the man Eve is talking to. Как правило, в конце идут предлоги. Но в конце идут предлоги, это такая тенденция английского языка. По-русски для чего? Для это for, что это what? Как бы по-русски for what, но по-английски это не звучит. Как по-английски звучит? Для чего? What for? Repeat. What for? Okay. И часто мы ставим предлог на первое место, но это получается не совсем по-английски. Давай вторую линию. We stayed at the hotel. Good. The hotel was stayed at was
Near the station. Окей. Ну, опять это сложно подчиненное предложение. The hotel we stayed at was near the station. Давай я тебя здесь погоняю. Где здесь главное предложение? The hotel was near the station. Absolutely. Thank you so much. Со смыслом нормальное предложение совершенно. Где подлежащее в этом предложении? The hotel. Сказуемое. Was near. Was near the station. Придаточное. We stayed at. We stayed at. Ну, at вот в конце. Не так уж это и сложно. Окей. Next. I told you. I told you about some books. Good. These are the books I told you about. I told you about. Okay. These are the books I told you about. Okay. Здесь посложнее. Где здесь главное предложение? These are the books. Молодец. Я тебя чуть определил. These are the books. Это главное. Придаточное? I told you about. I told you about. Okay. Определительное почему? Потому что я тебе... Это книги какие, о которых я тебе говорил, да? О которых я тебе рассказывал. Okay? It's a hotel. The hotel we stayed at was near the station. Repeat. The hotel we stayed at was near the station. I told you about some books. You? I told you about some books. These are the books I told you about.